В канун Нового года на военно-морской базе под руководством заместителя командира базы по воспитательной и идеологической работе подполковника Багдата Манбаева Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей военнослужащих с Новым годом. На новогодний утренник собрались более 100 детей. Продолжением праздника стало развлекательное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки и многих других сказочных персонажей. Кроме того, для маленьких гостей в областном музыкально-драматическом театре имени Жантурина представили театрализованную постановку «Красавица и чудовище». Сегодня для детей военных моряков прошли праздничные новогодние мероприятия. Считаю, что если мы и впредь будем дарить нашим детям счастливые и военно-патриотические чувства, наше будущее будет светлым. Для детей в областном театре был проведен концерт, показан спектакль. Нашим маленьким гостям очень понравилось. Родители также были в хорошем настроении. Желаю всем счастливого Нового года и чтобы наша страна и дальше процветала, мира и благополучия. Чтобы наша армия и дальше развивалась, становилась все лучше и лучше. Как отмечают сами военнослужащие, семья для них превыше всего, и они всегда стараются уделять большое внимание детям, потому что они – наше будущее. Я дочка военнослужащего. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, потому что здесь было очень много сказочных персонажей, игр и конкурсов. Концерт и спектакль мне тоже очень понравились. Мы получили много подарков. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вы очень весело его встретили. А 2023 год принес вам много счастья. Организаторы новогоднего праздника не оставили без внимания детей, требующих особого внимания, и посетили семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными способностями, и вручили им подарки. Айжан Сабитова, Саламат Омуринов, Дидар.